Мы Господу очень благодарны за этот день. И мы всех приветствуем вас в драгоценном имени Господа Иисуса Христа. Мы приветствуем особенно наших братьев из Белоруссии и всех, кто приехали издалека и сблизости. Наша молитва была к Богу особенно, чтобы Он благословил этот день. И мы веруем, что Он это сделает. В последней песне в этой мы пели, что Павел написал Тимофею: «Я знаю, в кого я уверовал». И тоже мы знаем, в кого мы уверовали. И мы знаем, что мы веруем. Слово Божие. Не какие-нибудь истории, но то, что написано. Очень важно знать, что все Бог делает по Своему Слову. И кто посмотрит в Библию, тот распознает то, что все слуги Божии поступали по Слову Божьему. О Ное написано, он сделал все так, как Бог ему повелел. О Моисее написано, он сделал все так, как ему было показано на Святой Горе. Илия мог сказать, «Я все сделал по Слову Божьему». Пророки или апостолы были ли это? Или в Новом, или в Старом Завете ли были это? Все, что было сделано для Бога и от Бога, все происходило по Слову Господню. И небо, и земля пройдут, но Слово Божие пребывает вовеки. Итак, есть много людей, которые говорят, что они все делают по Слову Божьему. У нас есть 340 разных направлений, которые соединены в Мировом Совете Церквей. Но у нас есть один Бог, только одна Библия, только один Искупитель, только одна вечная жизнь и столько много направлений. И все полагаются на Бога. Все полагаются на Библию. И тоже посреди послания, которое мы получили в наше время. Есть столько много разных направлений. Они все говорят о Слове Божьем, о Иисусе Христе, о пророках. И говорят все что-то другое. Ведь там что-то не соответствует. И это соответствует только тогда, когда соответствует со Словом Божьим. И я сегодня хочу некоторые места из Библии прочитать. Я вам могу много рассказать о том, что Бог сделал. О том, что Бог, например, сделал в моей жизни. Что Бог сделал через служение брата Бранхама. Что Бог сделал повсемирно. Можно свидетельствовать часами о том, что Бог сделал. И мы, конечно же, кое-что упомянем. Сначала я хочу сказать то, что мы от сердца веруем,
то, что мы живем в последнее время. И то, что возвращение Иисуса Христа приблизилось. И то, что мы, та генерация, или то поколение, которое увидит исполнение Писания. И то, что мы можем поднять наши головы ввысь. Потому что мы знаем, то, что наше искупление приближается. В слове написано, потому что вы знаете, что ваше искупление приближается. Не потому, что мы думаем или представляем. Мы это знаем. Когда мы все видим, как все происходит, что пророки и наш Господь заранее сказал, то это нету не неуверенность, то это Божья уверенность. Неверующие говорят, о пришествии Господня уже многие говорили в течение 2000 лет. Но только сейчас исполняется то, что в последнее время должно исполниться. И поэтому Господь может только сейчас прийти, ибо Он делает все по Своему Слову. Я хочу прочитать из Тимофея, 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих. Первая Тимофея 1:1. Я, Павел, апостол Христа Иисуса, по заданию Бога. Спасителя нашего и Христа Иисуса, который есть наша надежда. И потом 13 стих. Начнем с 12 стиха. «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Иисусу Христу». «То Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое». Мы знаем о апостолах и о пророках, то, что они имели Божье призвание. И поэтому они находились в служении Всемогущего. Никто из них не взял и не сказал: «Господь, я сейчас начну Тебе служить». Господь решал, кто будет Ему служить. Он призвал, Он посылал, Он даровал живые слова, которые должны быть возвещаться. И Павел тут написал Тимофею: «Я апостол Иисуса Христа по заданию Бога». Не потому, что он этого хотел, потому что Бог хотел. И Библия говорит, Бог поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов, чтобы церковь приготовить для служения. И тут нам говорится, Павел пишет дальше в 12 стихе: «Благодарен я тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Иисусу Христу, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое». Возлюбленные,
Я коротко что-то должен сказать, чтобы вы могли понять ответственность. С Божьим призванием приходит Божья ответственность. Кто был призван Богом на служение, тот должен принимать Божье дело серьезно. Потому что он знает, что он должен отдать ответ за каждое слово, которое проповедуется. И вы знаете историю брата Бранхама. Когда он еще был при жизни, он был взят во славу. Он видел славу Божию. Он видел миллионов людей, которые ему шли навстречу. И ангел сказал ему, это все те, которые через твое служение пришли к вере. И они проходили мимо него и говорили, наш возлюбленный брат. И потом сказал ангел, ты будешь перед ними судим. И брат Бранхам испугался. Ибо у нас есть место Писания, кто сам себя судит, тот не будет осужден. У нас также есть место Писания. Кто верит в Сына, тот перешел от смерти в жизнь и не приходит на суд. Но у нас также есть место Писания. Мы все должны быть, мы все должны предстать перед судилищем Божьим Христа. И там тоже знать нужно, о каком суде тут говорится. В любом случае, брат Бранхам спросил. И Павел тоже будет осудим перед теми, кому он проповедовал. И ангел сказал, да, и он будет судим. И тогда брат Бранхам сказал, если он и его устоят в суде, тогда и я, и все те, которым я проповедовал, также тут стоим. Ибо я проповедовал, что проповедовал Павел. И крестил так же, как он крестил. И потом вся толпа воскликнула, на этом мы покоимся. Мы должны быть уверены в том, чего мы учим. И это мы можем только иметь тогда, когда мы Слово Божие имеем как основание. И как я до этого уже сказал, чтобы вы могли меня понять в моей ответственности, я должен коротко что-то сказать. Я не делаю это с удовольствием, но это истина. Господь призвал меня к своему служению. Я никогда не забуду этот день. Это было 2 апреля 1962 года. Перед восходом солнца. Ночь была миновала, но солнце еще не взошло. Я подошел к окошку, раздвинул гардины и посмотрел на улицу. Было голубое небо. Ни одного облачка. Я отошел от окошка примерно 2-3 метра и предал Господу этот день в молитве. И опять поднялся с молитвы
и посмотрел опять в сторону окошка. И вдруг прозвучал мощный голос сверху справа. «Мой раб, твое время для этого города скоро истекло. Я пошлю тебя в другие города возвещать мое слово». Я просто со всей силой упал на пол. Во мне не было в моей плоти больше сил. Какое-то время я лежал на полу, пока я мог пошевелить левой рукой. Я думал, что все мои члены были разорваны. После какого-то времени я мог потихоньку подняться. И посмотрел опять в сторону окошка и сказал: «Господь, они не будут меня слушать. Они все имеют в полноте и в благе, в еде и в питье. Они не будут меня слушать». Я только что был произнес эти слова. И Господь проговорил ко мне во второй раз: «Мой раб, время придет, где они будут тебя слушать. Запаси пищи, ибо придет большая нужда в пище, придет большой голод, и тогда ты должен посреди народа стоять и раздавать пищу». Я вам говорю истину. Я действительно подумал о катастрофе земной. Мы запаслись продуктами земными, картошкой, мука, оливковое масло. Подвал был полон. И катастрофа не приходила. Но я пришел в большое смятение. Я не хотел больше жить. Мне нужен был ответ от Бога. Каждый день было новое мучение. И потом я решился полететь в Америку. Я знал уже брата Бранхама с 1955 года. Я знал, что он пророк Божий. И то, что Бог все вещи ему открывает. И это было 3 декабря 1962 года. Там мы сидели за столом с 4 братьями. Брат Бранхам сидел напротив меня. Брат Софтман сидел брату Вудсу напротив. И мы разговаривали с друг другом. Брат Бранхам спрашивал о собрании в Германии, о Швейцарии. Потому что он имел там великие собрания. Но я не мог больше выдержать. Меня вообще больше ничего не интересовало о том, что он спрашивал или говорил. Я просто сказал: «Брат Бранхам, я хочу тебя что-то спросить». Я не мог больше выдержать. И мы сидели за столом, и он поднял правую руку немножко вверх и сказал: «Брат Франк, могу я тебе сказать, что Господь тебе сказал?» И я просто сидел в тишине. И братья просто сидели в тишине. И он слово за словом повторил, как Господь ко мне проговорил в Крефельде на немецком языке. Я просто сидел там в тишине. Я видел часто этот дар в действии.
Но теперь я сидел напротив брата Бранхама. Сейчас происходило это со мной. И если только лично с кем-то это произойдет, только тогда можно это понять. И брат Бранхам не просто сказал то, что Господь мне сказал. Он еще добавил: «Брат Франк, ты неправильно понял Господа. Ты подумал, что придет земной голод, и вы запаслись продуктами, пищей, земною». И он сказал: «Бог пошлет голод по своему слову. И пища, которую вы должны запастись, это есть открытое слово». Которое Бог обетовал для этого времени. И это записано на лентах. Это были его слова. Это записано на лентах. И потом он сказал мне: «Подожди с раздачей пищи, покамись вы не получите остаток весь пищи». Это было 3 декабря 1962 года. Эту часть я был не понял, но я также не спрашивал. Я не мог спросить или что-то сказать. Это была такая мощная и святая атмосфера. Просто невозможно было ничего сказать. Я просто слушал. И потом брат Бранхам остановился коротко и сказал ко мне: «Брат Франк, ты беспокоился о поездке Павла в Иерусалим. Когда он пришел в храм и поклал клятву, не беспокойся, это было волей Божьей». Я подумал, что сейчас происходит? Каждый раз, когда я читал «Деяния», это была та точка, которую я никогда не мог понять. Ибо Павел проповедовал Христа. И когда он пришел в Иерусалим, он обрил свою голову, возложил клятву, отдал обет и заплатил за очищение по закону. И каждый раз, когда я это читал, я всегда спрашивал, почему это произошло. И к концу я потом сказал: «Павел, когда я буду на небесах, тогда я тебя спрошу, почему ты это сделал?» И там брат Бранхам мне говорит: «Не беспокойся о поездке Павла в Иерусалим. Она была волей Божией». Мы иногда не понимаем пути Божьи. Но благо тому, кто ходит по пути Божьему, который слушает Его Слово, который переживает Его милость, которые имеют жизнь Христа в себе, которые родились истинно заново к новой надежде, которые сделали спасительное переживание с Богом. В прошедшие года я некоторые раз слышал Слово Господа. Последний раз 28 декабря 1982 года. Сейчас будет скоро 10 лет. Когда Господь ко мне сказал: «Мой раб, собери мне мой народ, тех, с которыми я заключил завет через жертву».
Нельзя постановить, сколько Господь говорит и как говорит. Но для меня всегда это было укрепление. Услышать слово, голос Господа. И получить новую уверенность. Ибо в служении, в котором я нахожусь, я не так, как все другие, я нахожусь под прицелом. Брат Бранхам уже у Господа. И теперь на очереди брат Франк. После отшествия брата Бранхама было так поставлено Богом, как Господь это заранее сказал. То, что было в Слове Божьем открыто, чтобы дальше возвещалось народу Божьему. В течение 10 лет я был сердечно связан с братом Бранхамом. У меня есть 21 писем от него. Когда он ушел домой, это был мой день рождения. Я долго в этот вечер не ложился спать. И в этой точке я вам скажу тоже истину. Я видел брата Бранхама, вознесенным на облаке. Я не знал, что он ушел домой. Это я только узнал 5 января. Но это было 24 декабря. Я поздно лег спать. У нас было посещение, потому что это был мой день рождения. И я только что был лег. Закрыл глаза. И увидел брата Бранхама на облаке. Он был немножко вперед наклонен. И он был взят наверх. И я сказал так в этом переживании: «Брат Бранхам, ведь ты ж не сын человеческий. Почему ты находишься на этом облаке?» Как сказано, я не знал, что он ушел домой. В любом случае, был я на похоронах. Это был самый ужасный день в моей жизни. Для меня был весь мир обрушился. Я сердечно брата Бранхама любил. Я с ним ездил в одной и той же машине. Он ехал за рулем, и я сидел напротив него. Я был в его доме в Джефферсонвилле. Был в собраниях в Германии и в Америке. Я пережил его сверхъестественное служение. И когда он был ушел домой, я не мог это понять. Я Господу даже сказал: «Я готов, чтоб меня закопали живым, если этот муж дальше бы жил». Я очень горько плакал, потому что я был внутри охвачен. Потому что я не знал, как должна прийти к завершению невеста без его служения. Я знал всех других евангелистов. Орел Робертс, Тони Осборн, Хикс, Линдси, кто бы они все не были. Я был на их конференциях. Я должен быть европейским менеджером.
все, что этого касалось, я бы имел бы светлое будущее, но я все откинул в сторону. Я хотел то, что Бог сделал через брата Бранхама. Ибо я знал, что он был муж, посланный Богом. Великий евангелист Тео Оспан приехал ко мне в Крефельд с большим, с великим Опелем капитаном. Он сказал: эту машину я тебе подарю. И столько-столько долларов в месяц я буду тебе давать. Если ты перенешь офис, тогда я бы зарабатывал очень мало. И у меня не было машины, был только мотоцикл. Это были еще тогда плохие времена, в наше время. По-земному это было очень завлекающе. Но внутри, в моем сердце, я знал, что я не могу это принять. И этому великому мужу я сказал: я верю, что брат Бранхам был посланный муж Богом. И я начал его проповеди переводить на немецкий язык. И тогда он вдруг обозлился и взорвался, и сказал: проповеди брата Бранхама принесли по всему миру разделение. И я сказал: мне они послужили к добру. И наши пути, конечно же, тут разошлись. Но Бог имел свой путь со мной и с нами, со всеми. После похорон брата Бранхама я стоял сразу же в первом ряду перед могилкой. И люди пели: «Верь, только верь». Я сказал в моем сердце: петь мы можем все, верь, только верь. Но тот, который действительно веровал, сейчас мы его принесли к могилке. И я очень горько плакал. Я только сказал: Господь, я ничего не понимаю. Пути Божии не всегда можно понять. Но когда в этот день я вернулся в мой отель, это был вечер, сошел мир Божий на меня. Я не могу никому это объяснять. Это была ясно, это была атмосфера, такая атмосфера. И это проговорило в моем сердце, не в моих ушах. Я вам говорю истину. Если я голос Господа слышу, то я вам говорю, я слышал голос Господа. Если я же принял это в сердце, то я вам говорю, что я принял это в сердце. Всегда нужно говорить истину. Особенно перед Богом и в вещах Божьих. Но это было так громко и ясно. И повторялось: сейчас пришло твое время запасенную пищу раздавать. Я 15 лет работал и проповедовал. И в тот день я понял, что мне нужно бросить работу и быть полностью посвященным в Царстве Божьем. И я братьям в Америке сказал, то, что они должны сейчас проповеди брата Бранхама печатать, чтобы мы их могли у нас иметь и в разных языках переводить. Никто из братьев не знал, что делать. Они все решали с воскресением брата Бранхама.
Это всем известно. Но Бог в своей милости сказал заранее, что должно произойти. И так Он даровал мне милость. По призванию Божьему позаботиться о том, чтобы это послание возвещалось, было известным по всему миру. В Европе ли, или в Азии, Африке, в России или в Китае, до концов земли. Бог открыл двери, чтоб я мог ездить и возвещать Слово Божие. И особенно в английском языке, которую я примерно так хорошо знаю, как и немецкий язык, то мы имеем свидетельство Господа для этого времени. Возвещали по всему миру. Мы опекаем 134 стран в данный момент. И Бог даровал благословение для этого. Он всегда давал средства для того, чтобы мы могли переводить и печатать и отсылать. Весь мир знает о том, что Бог сделал в эти дни. Но есть такие же братья, были такие же братья, которые были завистливы. Особенно тот, который повсемирно известен. В один прекрасный день он находился в моем доме. И он сказал: «Брат Франк, ты можешь посмотреть на тот день, когда Господь тебя призвал». И он сказал: «Я жить этого не могу сделать». И начал просто горько плакать. Он никому этому другому не скажет. Но в этот день как раз-то и есть великий вопрос. Господь сказал: «Как Отец меня послал, так и я посылаю вас. Кто вас слушает, тот слушает меня». Какая глубина в этом слове? Что мы говорим, Бог уже должен был сказать. Если мы что-то говорим другое, что Бог уже сказал, то мы вообще не есть уста Божьи. То у нас нету вообще общения, части в Царстве Божьем. И многие строят свое царство посреди Царства Божьего. Кто от Бога, тот говорит слова Божьи. И кто послан от Бога для поручения Божьего? Это всегда было каждому времени. Особенно во времена Моисея, когда Бог призвал одного, то другие были завистливы и сказали: «Ведь ты же не один, мы же тоже еще тут находимся. У нас то же самое право. Только того, кого Бог призывает, кого Он посылает, когда Он дарует поручение, призвание никто не может себе взять. Оно должно быть даровано Богом. И если кто-то тоже призван Богом, и если не в таком, в такой мере сверхъестественной, как, например, Тимофей или Тит и другие мужи во дни апостолов, они не имели это сверхъестественное призвание, как апостол Павел.
но они тоже имели служение. И потому что они имели служение от Бога, то они поэтому и работали с Павлом вместе. Не против него, но с ним. Для Господа. Так было оно всегда. В одни брата Бранхама, как я уже упоминал, было много великих евангелистов. И о них бы никогда бы не было слышно, если бы брата Бранхама бы не было. Они все говорили очень высоко о брате Бранхаме. Но они все пошли своими путями. Поучения не приняли, но они остались в своей позиции. То же самое и в это время. Есть братья, которые возвещают послание. Ну, какое послание? Сегодня нужно об этом спросить. Если кто-то приходит и говорит, я прихожу с посланием. С каким посланием? Что есть содержание послания? Послание ли то, которое возвещается, есть ли оно оригинальное послание? Или это какое-то смешение? У меня есть слово, которое я сейчас хочу прочитать. Из 1 Царств, 17 глава, 3 Царство, 17, последний стих. Тут у нас повествуется одной женщине, которой сын был воскрешен. 3 Царств 17:24. Тогда женщина ответила Илии. Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий. И что Слово Господне в устах твоих есть истина. Аминь. Это очень важно. Не просто то, что Слово Божие в Библии истина, как истина. Слово должно быть также истиной, когда исходит из моих уст. В Библии оно истина. Но если кто-то сейчас проповедует, тогда нужно сравнить с Библией. И тогда нужно знать, слово ли в твоем устах истина, или у тебя свои истолкования к Слову Божьему. Эта женщина сказала, да, теперь я знаю. То, что ты муж Божий, и человек Божий имеет Слово Божие. И дальше она говорит, и что Слово Господне находится в твоих устах, как истина. Муж, посланный Богом, в которых устах Слово Божие есть истина. Это не было смешивание. Это было Слово Господа. Это было «Так говорит Господь». И поэтому это Слово Божие. Потому что Бог проговорил через уста своих пророков и слуг. Это не было «Так говорит Илия», или «Так говорит Исаия», или «Так говорит Моисей». Все Слово Божие так говорит Господь. Через Моисея, через Авраама, через Исаию, через Павла, через Петра, через Якова, через Иоанна, через брата Бранхама.
Но это всегда Слово Божье. Мы просто передаем дальше. Но мы всегда должны быть уверены, то, что это еще все Слово Божие. Как я до этого сказал, все имеют Библию. Все говорят, они верят в Бога. И все говорят что-то другое. Находится Слово Божие в устах священника католического как истина? Во всех этих проповедчиках, если оно как истина? Нет, это больше не истина. Они перевернули это. Поэтому Бог послал пророка, чтобы нас привести к оригинальному слову назад. Ибо мы знаем, что небо и земля пройдут, но Слово Божие пребывает вовеки. И чтобы от нас можно тоже было сказать. И как тогда о Илии? Теперь я распознаю то, что ты муж Божий. Но этого недостаточно. Если он муж Божий, то Слово Божье должно в его устах быть как истина. Тогда он действительно муж Божий. Иначе он может сказать, я есть апостол. Он может много чего сказать. Но Слово Божие решает все. И Иоанн что-то написал очень важное. Это я хочу вам прочитать. 1 Иоанна 4, 4 глава, стих 6. 1 Иоанна 4:6. Но мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас. А кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы и распознаем Духа истины и Духа заблуждения. Настолько уверены были мужи Божии, то, что они были посланы от Бога, то, что Бог говорит через них, то, что они были только рупором Божьим, микрофоном Божьим. Может быть, это сильно высоко слышится. И если кто-то о себе говорит, мы от Бога. Но апостолы это знали. Они ходили с Господом. Они слышали Его, они видели Его. Они имели Слово. Они были от Бога. И поэтому они могли сказать, мы от Бога. Аллилуйя! Мы из Бога. И кто Бога распознает, тот слушает нас. А кто нас не слушает, тот не распознает Бога. И в этом мы распознаем Духа истины и Духа заблуждения. В эти дни очень-очень важно, чтобы все было основано на Слове Божьем. Как наш возлюбленный брат уже в вступлении сказал, мы должны строить на скале, на том фундаменте, на том основании, которым Павел сказал, я у вас положил основание. Другого основания никто не может положить, как только то, что уже было положено. И это есть Иисус Христос. Церковь построена на основании апостолов и пророков. И послание Божие в эти времена есть такое.
заключается в том, чтобы мы были возвращены назад к оригиналу. Слово «послание» написано в Библии. В немецком переводе много раз. В Исаии 53:1 написано: «Кто уверовал нашему слову, нашему посланию? И кому открылась рука Господа?» В Римлянам 10 Павел отнесся к тому и сказал: «Кто поверил нашему посланию? Кто может проповедовать, если он не будет послан?» Иоанн тоже говорил о послании. И я желаю, чтобы то же самое слово было в вашем переводе. В 1 Иоанна, 1 глава, мы прочитаем с 1 стиха о том, что было с самого начала, что мы слышали и что мы видели глазами нашими, что мы рассматривали и что ощущали руки наши о слове жизни. И жизнь открылась, и мы видели ее и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. И что мы видели и слышали, то мы возвещаем и вам. Чтобы и вы имели общение с нами. Тут очень что-то важное. Чтобы вы имели с нами общение. Чтобы вы имели с нами общение. А общение с нами есть и общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Есть столько много христианских общений. Столько много названий, столько много течений. И люди везде имеют общение с друг другом. Баптисты имеют свое общение, методисты свое общение, пятидесятники свое. Все имеют с друг другом общение, потому что они верят то же самое и учат. Но Иоанн пишет нам, чтобы вы имели общение с нами, а общение с нами есть одновременно общение с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Не просто общение так посреди друг друга, но общение с Богом через Слово, через Духа, общение Божие. Поняли ли мы это? Так пишет Иоанн, чтоб вы имели общение с нами. Но общение с нами, ведь не есть общение с Франком или с Кубкой или с Иоанном, но общение с Богом. Аллилуйя! Истинные мужи Божии возвещают Слово Божие и приносят людей, приводят опять людей в общение с Богом. Не с общением с проповедчиком или с пророком. Нет, они приводят людей с общения с Богом. Ибо Слово изошло из престола и крутится вокруг земли, идет вокруг земли и не возвращается тщетным назад, но исполняет то, для чего Бог его послал. Что от Бога исходит,
то и возвращается назад к Богу. Каждое слово, которое зашло от Бога, ведет нас назад к Богу. И в этом мы имеем уверенность, то, что мы не просто веруем, но веруем, как говорит Писание. И не просто берем одно место Писания, но самое мало, два или три места Писания, которые свидетельствуют о том же учении. Ибо все вещи должны подтверждены быть двумя-тремя свидетелями. Но тут говорится о послании. Сначала о том, что было от начала. А потом нам тут говорится в стихе 5. И вот та весть, послание, которую мы слышали от Него и возвещаем вам. По-немецкому говорится «весть», «послание». И это есть послание. И вот та весть, которую мы слышали от Него. Многие говорят о послании брата Бранхама. Ее вообще нету. Есть только послание Божие. Послание Слова Божьего. Уильям Бранхам был только канал, через которого Бог мог действовать. И сегодня есть много посланий. Но мы заинтересованы только в том, что тут написано. И вот то послание, которое мы слышали от Него. Аминь. От Него получили. И то, что Он сказал, уже написано в Его Слове. Святое Писание есть завершенное Слово Божие. Есть завершенное свидетельство Божие. Там ничего нельзя прибавить. И нельзя ничего отнять. Это есть полное откровение Божие для человечества. Итак, это мы тоже принимаем к сердцу. И вот то послание, которое мы слышали от Него. И возвещаем вам. Это есть тоже мое свидетельство. Послание, которое мы от Него услышали и от Него переняли. В полной чистоте и ясности. И если я сегодня скажу, что никогда не было такого времени на земле, в котором так было совершенно открыто Слово Божие, то это истина. В течение Средневековья и Реформации, в одни Реформации, и в прошлые пробуждения, хотя бы даже посреди народа были великие благословения. Но ведь тайны Божьи еще не были открыты. Но в наше время. И для этого Бог послал брата Бранхама. Ибо он был пророк. Я не пророк. И Богу будет благодарность за это, что Он даровал мне понимание для пророческого слова. Я не апостол, но благодарность Богу, то, что Он мне даровал понимание для апостольского слова.
я ничто. Но то, что Бог даровал церкви, это мы получили во всей полноте. Это есть дни откровения. Не распознание, не знание, но откровение. Познание восходит в голове. Но откровение падает в сердце. Иисус сказал тогда Петру: «Плоть и кровь тебе это не открыло, но мой Отец, который находится на небесах». И на этой скале, на этом откровении Иисуса Христа построена Церковь Божья. И мы благодарны Богу, который нам открылся во Христе Иисусе. Это просто нужно правильно понять. И все должно быть основано на Библии. Я хочу вам показать в начале Нового Завета, как мужи Божии клали вес на то, то, что они не просто писали и говорили, и просто не говорили мимо Бога и не писали просто так, но были в Боге и с Богом, и в Слове Божьем. Марк 1, с 1 стиха до 3 стиха. Благая весть об Иисусе Христе, Сына Божьем, имеет следующее начало. Иоанн написал, что было от начала. Мы видели и слышали, и ощущали нашими руками. Тут нам говорится, благая весть об Иисусе Христе, Сыне Божием, имеет следующее начало, как написано у пророка Исаии. «Вот я посылаю вестника моего перед тобою, по который приготовит тебе путь». Голос, призывающий в пустыне. «Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми стези Его». Так начинает муж Божий свое Евангелие. Но его Евангелие было Евангелие Иисуса Христа. Наше Евангелие должно быть Евангелие Иисуса Христа. Наше учение должно быть учение Иисуса Христа. Он начинает свое изложение с тем, что он выдает два места Писания из Старого Завета. Исайя 43 из Малахии 3:1. На этом он строит. На чем я должен сегодня строить? На том же Слове Божьем. Я также должен людям показать из Писания. Тут написано, и так оно происходит сейчас. Чтобы люди имели абсолют, и чтобы они знали, что Бог так сказал в своем писании, в своем слове. Вы можете во всех Евангелиях прочитать. В Деянии, в первой главе, Луки нам написал следующие слова. Мое первое повествование, дорогой Теофиль. Я составил обо всем том, что Иисус сделал и чему учил с самого начала.
что было от начала. Об этом и идет речь. Это мы вам возвещаем. Так пишет Иоанн. Тут говорится опять о начале. Что с самого начала произошло. До того дня, в который он апостолам, которых он избрал. Дал Духом Святым Своим задание, а затем был взят на небо. Им Он после Своего страдания многими доказательствами засвидетельствовал о Себе. Господь находился после Своего воскресения 40 дней со Своими учениками. Он их поучал от всех вещах. Поэтому они правильно поняли, например, Петр, когда он держал первую проповедь в Деянии 2, Иисус сказал, «Идите во весь мир, возвещайте Евангелие всему человечеству и крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Апостолы знали то, что Бог в Новом Завете открыл Себя как Отец, Сын и Дух Святой. В одном имени, которое было нам даровано для нашего искупления. Во имени Иисуса. По-еврейски Яхшуа. Яхве Спаситель. Так древний язык. И апостолы знали, то, что не идет дело о трех титулах, но об одном имени. Ты назовешь его именем Иисуса, ибо он освободит свой народ от грехов. И в его имени должно всем народам проповедоваться спасение. Апостолы знали, что это имя Иисус. И поэтому все были по-библейски крещены во имя Господа Иисуса Христа. И кто не был крещен во имя Иисуса Христа, тот вообще не крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Тот крещен в формулу, в титулы, без того, чтобы имя упомянулось. И у нас сегодня даже посреди великих евангелистов есть такое, что они упоминают имя для исцеления или для изгонения духов. Но когда идет речь о крещении, где они должны идентифицироваться с этим именем, то они противятся. Почему они противятся? Потому что они имя не распознали. Они не имеют откровения. Поэтому мы ценим очень откровение то, которое Бог нам даровал. Итак, мы видим, в начале Нового Завета все мужи Божии все поставили на основание библейского пророчества. Не то, что я думаю или имею в виду, но так оно написано, и так оно произошло. Иисус сказал все, говорил все заново. Как написано? Как написано в Святом Писании? И тогда он сказал евреям,
вы исследуете Писание и думаете иметь в этом вечную жизнь. И оно свидетельствует обо мне. Но в следующем стихе написано: «Но ко мне вы не хотите прийти». И так жить в это время то же самое. Многие говорят о послании, о пророке, но к Иисусу они не приходят. Они не имеют личного переживания с Богом. Многие даже не рождены заново, вообще даже не крещены Духом, не пережили Бога, но они говорят о послании. Не просто слышать Слово, не просто исследовать Писание, но прийти к Господу, Его пережить, милость Божию пережить, чтобы мое собственное «Я» было брошено в смерть, и чтобы мы были воскрешены к новой жизни со Христом, чтобы и мы могли сказать: «Ибо не я живу, но Христос живет во мне». Чтобы Слово и Дух были живы в нас. И чтобы в конце невеста соответствовала, чтобы могло прийти в исполнение. И Дух, и невеста говорят: «Приди». Чтобы невеста говорила то, что говорит Дух. Чтобы действительно Слово Божье было нашим свидетельством. Иоанн был отведен на остров Патмос из-за Слова Божьего и из-за свидетельства Иисуса Христа. Он видел такие вещи, которые Павел и Петр не могли видеть. Он получил завершение от Бога. Он видел 7 периодов церквей, символах, светильниках. Он слышал мощный голос Господа. И когда он обернулся, чтобы услышать, кто к нему говорит, то он увидел одного, как сына человеческого, как выглядел, как сын человеческий, посреди 7 светильников. Там он не видел больше пророка, ни апостола. Там он видел Господа. Кто слушает вас, тот слушает меня. Многие слышали брата Бранхама. Миллионы. Но только малое число слышали Господа. Многие видели брата Бранхама. Но миллионы. Но очень малое число видели Господа. Всегда нужно за слугой Господа видеть и слышать Бога. Если жить в наши времена исполнилось так, как тогда, что Иоанн Креститель был муж, посланный Богом, то так же я уверен, потому что это истина, то, что Уильям Бранхам был муж, посланный Богом. Я видел, встречал людей. Я пробовал их исчислить между 12 и 15 человек, когда были 11 июня 1933 года, когда брат Бранхам крестил в озере Огайо,
после первой евангелизации, где многие люди были покаялись, то они вместе пошли к озеру Охая, чтобы он там мог многих этих людей крестить. И я слышал из его уст. Я имею это на кассете. Он все заново это так свидетельствовал. Когда он 17-го человека хотел крестить, то он проговорил Господу: «О Божий, как я крещу в воде, так ты же крести духом и огнем». И в тот момент произошло то, что сверхъестественный свет сошел со звуком, с шумом, был видимым для всех людей. Примерно 4000 человек. И это зависло над братом Бранхамом. И голос прозвучал из этого света: как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты с посланием послан, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Это есть точная формулировка из его уст. Не просто то, что он пойдет вперед, но послание, которое через него даровал, оно будет предшествовать второму пришествию Христа. Бог берет своих пророков, но Он оставляет нам свое открытое слово, чтобы мы имели возможность идти дальше в этом слове. И я верю, что мы имеем того же самого Духа, который был над пророками, который сходил на апостолов, который сошел в первом христианстве и который по всему отрезку, церковному отрезку времени был и который сейчас также находится в тех, которые верят в Слово Божие. Возлюбленный, там, где говорит Бог, там Он и действующий, там что-то происходит, и тоже сегодня, в этот час, Бог не говорит к нашим головам, Он говорит к нашим сердцам. И там, где Он говорит, там Он и действующий, ибо написано: Иисус делал две вещи. Он делал и возвещал. Не только возвещал, но также и делал, производил. Он сегодня тот же самый. Если Он в наши дни говорил, то Он также в наши дни и действовал. И мы должны пережить времена, где Дух Святой посреди вещания Слова Божьего чтобы Он производил то, что возвещается, чтобы мы просто не приходили и уходили, но чтобы что-то произошло. Божье действие в тебе и во мне, чтобы то, что для вечности действовало, не то, чтобы мы тут дискутировали. Иисус никогда не сказал: идите во весь мир и дискутируйте о Евангелии. Он сказал: идите по всему миру, учите все народы, проповедуйте Евангелие всей твари, ибо вера приходит из проповеди. А проповедь из Слова Божьего.
Но Исаия спросил, и Павел спросил, кто поверовал нашей проповеди? И кому рука Господня открылась? Кто верует слову проповеди Слова Божьему, тому будет открыта рука Господня. Тому придет помощь. В том Бог подтвердит свое слово. И в этом мы нуждаемся в эти времена. Не просто разговор о разных темах. Если я только об этом подумаю, как враг ведет людей в заблуждение с прекрасными темами, но они не возвращаются назад к Слову. Они не могут проповедовать из Слова, и потом они делают следующее. То они берут Библию и говорят, да, это нельзя понять. Это мы не понимаем. Берут вещи от брата Бранхама, брошюрки, и говорят, это есть новое слово. Это мы понимаем. Если бы они то поняли, что Бог говорил через брата Бранхама, тогда бы они бы это бы тоже поняли. От первого Моисея до Откровений 22. Я все его проповеди переводил. И я их не просто один раз слышал. Я их самое малое слушал 5 раз. Ибо 2 раза я их сразу за друг другом прослушал, а потом переводил. А потом при исправлении... Я все знаю проповеди брата Бранхама, но это я вам скажу еще раз. Послание в наше время есть послание Слова Божьего. Оно пришло из Слова Божьего и привело нас опять назад к Слову Божьему. И кто оставляет Слово Божие, тот оставляет Бога. Мы должны оставаться в Слове. Как Иисус сказал, если мои слова пребудут в вас, об этом идет речь. И Слово должно оставаться чистым. Это должно быть еще Слово Божие. Нельзя свои собственные мысли вставлять, и чтобы это оставлялось Слово Божие. Я ездил по всему миру. Я был в 104 странах. Я встречаюсь со многими вещами, о которых вы, может быть, еще никогда не слышали. Но я имею великую нужду, великую боль в этом. То, что есть столько много направлений посреди послания. Я встретил в Америке одного брата, который был очень близок ко мне. Немножко старше, чем я, в Вирджинии. И он сказал мне, брат Франк, ты все пропустил. Ты не понял, что Бог уже сделал. Уже все произошло. Господь пришел, мертвые воскресли, мы уже все восхищены, мы уже в Царстве Божьем. Ты все упустил. Я сказал, разве это так? Или ты только так имеешь в виду? Я не понял, что он не распознал, что он говорит. Потому что я братьев люблю. И я потом его спросил, брат,
Ведь слово еще не исполнилось. Ведь мертвые еще не воскресли. Ведь мертвые еще не изменились. Живые еще не изменились. Он сказал: «О, да, это уже произошло. Ты это просто не видишь». Я сказал: «Если бы это произошло, то я бы это пережил. Ибо если, когда Иисус придет, то я уйду. Ведь я ж не останусь тут, когда Иисус придет». И потом он сказал мне: «Гробы — это есть деноминации. И мы все воскресли. Мы уже вышли». И он много чего говорил. Тут нельзя просто все упомянуть. Примерно после трехчасового разговора он очень сожалел со мной. То, что я слово проповедую, но сам не пережил это. И он сожалел меня, но я сожалел его. И мы пошли своими путями. Ну что я этим хочу сказать? Это возлюбленные братья, которые свои собственные мысли ввели в Слово Божие. Если Святое Писание говорит на многих местах, но особенно 1 Коринфянам 15 и в 1 Фессалоникийцам 4, 1 Коринфянам 15 я хочу вам прочитать. Там говорит очень часто, что ясно, что произойдет, когда Господь вернется, придет. 1 Коринфянам, 15 глава. Тут написано 43 и 44 стихе. В 43-м и 44-м. «Сеется в бесчестии, воскресает в славе. Сеется в немощи, воскресает в силе». Сеется тело душевное, воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное. Итак, тут говорится о воскресении. И этот текст нужно некоторые места Писания прочитать дальше, чтобы вы могли понять взаимосвязь. Так же написано тут, 45 стих. Так и написано: первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам животворящим духовным существом. Но не при этом сначала приходит не духовное, а душевное, и только затем духовное. Первый человек есть от земли, он земной. Второй человек есть Господь с неба, небесного происхождения. Как устроен земной человек, так устроен и земные. И как устроен небесный человек, так устроен и небесный. И теперь идет стих. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного. Это будет реальность. Это тело будет изменено. Ибо также тут написано дальше, со стиха 51-го. Но если кто-то тогда говорит: «Господь уже пришел,
мертвые уже воскресли? Кто должен этого веровать? Но уже в дни апостола Павла были братья, которые сказали и учили, что воскресение уже произошло. Так он пишет Коринфянам. Поэтому уже были духи заблудшие и разные учения, которые с Библией не соответствовали. И применяется слово такое, как парузия, о некоторых братьях. И слово парусия не обозначает только присутствующее. Я ведь проповедовал в Греции. Я братьев Сюзанова спрашивал. И с моего лучшего друга Фрэнкос. Он был у нас в Крефельде. И я перед всеми братьями его спросил. Брат Фрэнкос, что обозначает слово по-гречески парусия? И он сказал, я вам покажу. Он вышел из зала за дверь, закрыл за собой дверь, и потом он опять зашел. Вот так вот он зашел в зал и сказал, это есть парусия. Телесное присутствие. Не просто присутствие в мыслях, просто присутствие в духе, но телесное присутствие. Если Господь Иисус опять возвратится, то Он не придет как учение, то Он придет в реальности. Деяния 1:11. Нам всем известно, тот же самый Иисус, который был от вас взят перед вашими глазами, придет в том же образе возвратиться, как Он был вознесший в небо. Аминь. Не в духе. В духе Он пришел в день Пятидесятницы. И в духе Он находится во все времена. До того, как Он не возвратится в теле. И мы Его увидим, как Он есть. Не просто как учение, но Его увидим, как Он есть. И это стоит в 1 Иоанна 3 главе. Всем нам известное место Писания. Поэтому я прочитаю только Первая Иоанна, 3 глава, 2 часть со 2 стиха. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. Мы увидим Его, не учение, Его, нашего Господа, который нас возлюбил, который нас искупил, который отдал свою жизнь за нас, который был рожден в этом мире, который был положен в гробницу, который на третий день воскрес из мертвых, который был вознесший в небо. Он возвратится. И когда Он возвратится, то не на этой земле, не на эту землю, как написано в 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стиха. Ибо если мы несомненно верим, что Иисус умер и воскрес,
то также, несомненно, Бог приведет и усопших через Иисуса Христа с Ним. Ага, где они? Если братья учат, что Господь уже пришел, то Библия говорит, то, что Бог усопших приведет с собой вместе с Иисусом. Где они? Ведь я ж никого не видел. Оно произойдет так, как Библия говорит. Нельзя плотские вещи одушевлять. Все, что духовное, должно оставаться духовным. А что касается плоти, то должно относиться ко плоти. Ведь к тому времени шло дело о изменении плоти при возвращении нашего Господа Иисуса Христа. И Он Сам возвратится, как тут и написано. И Павел сформулировал так. Тут написано, в 15 стихе, «Ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня». Аминь. Не так, чтобы смешивать, но по Слову Божьему, на основании Божьем. Это мне нравится. Это Божье полномочие. Это библейское учение. Это святое возвещание, вещание Слова Божьего. Это мы вам возвещаем, вам на основании Слова Господня. Что мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего прежде усопших. Ибо Сам Господь, так тут написано, Господь Сам, не учение придет. Не кто-нибудь, кто говорит о послании, но Господь Сам, Его послание предшествует Егошнему пришествию. И Иоанн Креститель имел послание. Но потом пришел Господь Сам. Мы слышали послание, которое предшествует второму пришествию Христа. Но когда одна вещь предшествует другому, то другая вещь должна следовать. Итак, это слово, место Писания, тоже найдет свое исполнение. Ибо Сам Господь, как только изойдет Его призыв, пробуждению, как только раздается голос князя ангелов, с неба, ни с Нью-Йорка, ни с Германии, ни с Индии, Он сойдет с неба. К этому я прочитаю из Деяния 3 главы. Тут написано Деяния 3 глава, 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь. Деяния 3:19. Чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена утешения от лица Господа, и Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того. Его небо должно было принять. Что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен.
Итак, Иисус, Господь, остается в небе до того, пока месть церковь не будет приготовлена. И все не будет приведено, пока месть в первоначальное состояние. Все, что касается Иоанна Крестителя, у нас есть слово «приготовление». Он приготовит путь. Он приготовит путь. Исайя 43. «Приготовьте путь Господу». «Приготовьте путь нашему Богу». Малахия 3, 1. «Вот, я посылаю вам посланника передо мной. Он приготовит путь предо мной». Это было завершено с Иоанном Крестителем. Пророк, который сейчас придет или пришел перед вторым пришествием Христа, слово называется «рестор», «восстановление». Я прочитаю вам из Матфея 17. Тут не говорится о приготовлении, но о восстановлении. В Матфея 17, 11 стих. «Он сказал им в ответ, Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Он все снова приведет в должное состояние. Так оно написано. Мы знаем, о чем идет речь. Мы знаем, как церковь была в самом начале. И то, что она через темные века проходила по всему времени. И это со дней реформации все Бог даровал больше света и все больше света. До пятидесятческого пробуждения, которое произошло по всему миру. И теперь, в конце последнего послания, ангел Господень сказал брату Бранхаму 7 мая 1946 года. Примерно в 11 часов вечера брат Бранхам пошел к молитве, и когда он помолился, он сел, взял Библию и поклал на свои коленки. И вдруг он увидел, как ясный свет явился в его комнате. Он испугался. И он видел, как образ сошел в этом свете. Он поднялся. Он увидел ангела Господа. Он описал его, как он выглядел. Его величину, его вес. А сверху до низу у него не было обуви на ногах. Не имел бороды. Описал его полностью совсем. И ангел Господень сказал ему, «Я был послан из присутствия всемогущего Бога, чтобы тебе возвестить твое поручение». Ангел Господень назвал места Библии. И это тоже есть у меня на кассете. Брат Бранхам некоторые разы упоминал это, рассказывал. Ангел Господень говорил ему о Иоанне, 1 Иоанна, о Иоанна 1, о Нафанаиле и Филиппе, о Петре и Андрее, о женщине у колодца. Ангел брату Бранхаму объяснил, то, что сейчас то же самое служение происходит, как тогда происходило через Христа.
и вы знаете, что тогда произошло. Он был пророком. Ему были вещи показаны и открыты. Евангелие от Иоанна 5. Это есть то место, которое ангел упомянул особенным образом. Иоанн 5, 19 стих. Поэтому Иисус высказывался к ним так. «Истина, истина, я говорю вам, Сын ничего не может делать сам от себя, а только то, что Он видит делающим Отца. Ибо что тот делает таким же образом и Сын. Ибо Отец любит Сына и дает Ему видеть все». И дает ему видеть все, что он делает сам. Это ангел брату Бранхаму особенно упомянул. Поклал ударение. И тут я хочу кое-что сказать. В надежде того, что вы правильно поймете. Я в том состоянии, если же кто-то прав в своем сердце, то он все правильно понимает. Если же кто-то не прав в своем сердце, то можно говорить, что хочешь. И это всегда будет неправильно понято. Но есть братья, которые говорят, каждую проповедь, которую брат Бранхам держал, возвещал, она от А до Я, так говорит Господь. Но ведь брат Бранхам был тоже проповедчик. Когда он говорил о 70 недель Даниила, он сам даже говорил, какие книги он до этого читал. И то, что он через них был сильно освещен, просвещен. Книгу о докторе Ларкане он особенно упоминал. Но ведь доктор Ларкин был требожником. У меня книга Ларкина лежит в офисе. Я ее отклал в сторону. Брат Бранхам ее читал. Я тоже иногда читаю там. И даже если он был требожник, и не имел откровения Иисуса Христа, то все равно же для своего времени он имел хорошее понимание. Но я хочу этим только сказать. То, что брат Бранхам был тоже проповедчиком. И то, что он тоже был от знания к познанию был введен. Не то, что было ему сразу все открыто. Ведь я ж перевожу его проповеди. Я знаю все эти вещи, которые мы не можем тут близко подойти. Но самая та главная вещь, когда он говорил о печати, а перед открытием печати он учил, скаку на белом лошади был Дух Святой. Это он учил. Это я имею на кассете. Это было так напечатано. Но когда он получил откровение об этом, то это был не Дух Святой, но был Антихрист, который скакал. Я просто этот пример привел
для того, не чтобы брата Бранхама унизить. Я не достоин завязать его обувь. Я не достоин омыть его ноги. Он был наивысшим пророком, которого мы имели в наше время. Если же идет о прямом служении, о котором мы уже кое-что упомянули, о чем его ангел поучил, так как тогда Господь Иисус по пророку Моисея, как пророк Моисей написал, что он должен иметь служение пророческое, и через это разделились духи. Не знамения чудеса, но тогда, когда он должен был людям сказать: «Я видел тебя до того, как ты ко мне пришел, до того, как Филипп тебя позвал, когда ты был под смоковницей, ты есть истинный израильтянин, в котором нету неправды». И что Нафанаил сказал? «Ты Христос, Сын Божий». И начал поклоняться. Что произошло с Петром? Он был приведен к Господу. И что сказал Господь? «Твое имя Симон, и ты есть сын Ионы. Теперь ты будешь ловцом человеков». Что это было? Иисус имел пророческое служение. Он мог женщине у колодца сказать: «Пять мужей ты имела, но муж, которого ты сейчас имеешь, не есть твой муж». Он мог сказать ученикам: «Пойдите туда, там есть ослица и осленок, приведите ко мне их, и если вас спросят, что вы там делаете, то просто скажите: Господь пришлет их назад». Он мог сказать Петру: «Закинь удочку, и первую рыбку, которую ты споймаешь, открой ей пасть и вытащи монету, и заплати налоги для тебя и для меня». Он даже знал книжников, сердца их непомышления, сердечные помышления. И они сказали: «Этот муж Вельзевул, он не от Бога». Они не чувствовали себя хорошо в его присутствии. Ангел объяснил брату Бранхаму то, что то служение было для свидетельства Израилю и самаритянам. И он сказал брату Бранхаму, что то же самое служение и те же самые знамения произойдут сейчас, как последнее знамение для церкви. И в этом были разделены духи. Одни сказали: «Он был муж, посланный Богом». Другие сказали: «Он Вельзевул». Одни сказали: «Он истинный пророк Божий». Другие сказали: «Он лжепророк». Одни сказали: «Его учение лживо». А другие сказали: «Оно есть истина». Произошло разделение посреди народа Божьего. И благо тому, который становится на сторону Божию. В этом служении не было ни одного промаха. Во столько много стран, во столько много языков, ни одного промаха. Брат Бранхам видел с открытыми глазами. Если вы видите видение,
то ваши глаза закрыты, то вы в молитве. Когда брат Бранхам видел видение, то его оба глаза были открыты. Правое немножко было прищурено, но только немножко. Можно было видеть. Я взирал, я видел. И знаешь, в тот же самый момент, что теперь это не брат Бранхам, но это был Бог сам, который через Духа Святого был действующий. И это служение было непогрешимо. Вы это поняли? Как последнее знамение для церкви, чтобы духи были разделены. Кто от Бога, тот становись на сторону Божию. Так, как тогда Иоанн сказал. Кто от Бога, тот слушает нас. Он слушает нас. Он слушает нас. Потому что люди распознают то, что мы Слово Божие только передаем дальше. И ничего собственного не имеем. И мы верим в это время, то, что Господь действительно свое слово открыл полностью. И брат Бранхам, которого он использовал как свой сосуд, он сказал точно так же, как Господь тогда. Я от себя ничего не могу делать. Все, что я вижу у Отца, то делает Сын то же самое. Брат Бранхам видел в видении перед собой, что Бог хочет делать. Он видел слепых уже прозрячих. Он видел хромых уже прыгающих. Ему было показано, что Бог хочет делать. Это было так, говорит Господь. И он это проговорил, и это произошло. Это я много раз сам переживал, как я уже до этого говорил. Об этом я могу часами говорить. Но самое главное, речь идет о том, чтобы мы в одном шагу шли с Богом. Чтобы мы не всяким учением, как ветром носимые, туда и сюда носились. Один говорит то, другой другое. И что потом? Люди не знают, что они должны веровать. Не верьте человеку. Верьте только Богу. И возьмите уверенность из Слова Божьего. Так как мы разбирали эти места Писания из 1 Коринфянам 15 и 1 Фессалоникийцам 4, Господь Сам возвратится и своих, чтобы своих забрать. И потом мы будем с Ним во все время. Он сказал в Иоанна 14, «Я пойду приготовить вам место, и потом я возвращусь, чтобы вас взять ко мне, чтобы вы были там, где и я нахожусь». Это есть учение Святого Писания. Нету обетования, что Бог придет в Нью-Йорк, или в Германию, или в Польшу, или где-нибудь он находился бы. Библия предупреждает. Это Слово Господа. Если скажут, Христос тут, Христос там, Он находится в пустыне, Он в комнате, то не веруйте. Ибо
пришествие будет так, как молния исходит от востока до запада. Так оно написано. Это Божье Слово. И к этому времени Он не придет на эту землю, но мы встретимся с Ним в воздухе. Это я вам хочу еще сказать из 1 Фессалоникийцам 4. Чтобы вы знали, что это так написано. 1 Фессалоникийцам 17 до 18 стиха. Затем мы, которые еще живы остались, будем вместе с Ним вознесены на облаках, навстречу Господу, на воздухе. И затем будем навсегда соединены с Господом. Тогда не будет Он с нами, но мы будем с Ним наверху. Он сейчас в духе с нами, в нас. Во все дни до скончания мира. Но когда Он возвратится, то Он заберет невесту к свадебному пиру. И мы будем с Господом во всякое время. При свадебном пире, в тысячелетнем царстве, и после этого мы будем с Ним навсегда и на веки вечные. И за это мы очень благодарны. Если же Господь один придет сам, и после восхищения к народу израильскому, то Он придет как ангел Завета. И вы знаете историю с ангелом Завета, когда Бог Господь был на горе Синай. Он пришел в образе ангела. Я хочу это прочитать. Из Деяния 7 главы. Деяния 7 глава. Вы можете с 30 стиха прочитать, но мы же прочитаем. С 37 и 38 стиха. Это тот Моисей, который сказал израильтянам, пророка, как меня, возвестит вам Бог из соплеников ваших. И он есть тот, кто при собрании общества в пустыне был посредником между ангелов, который говорил к нему на горе Синаи и отцам нашим, тот самый, который принял живые слова, чтобы передать их нам. Аминь. Итак, Моисей был посредник между ангелом и народом. Это был ангел Завета. Это был завет, заключение завета от Бога с народом израильским. И Откровение 10 само по себе так ясно, то, что об этом даже не надо много говорить. Нужно просто взаимосвязи оставлять так, как они есть. Нельзя один стих брать и об этом проповедовать. Нужно все стихи читать, которые с этим связаны. И чтобы точно знать, что потом произойдет. Нам этот
текст знаком? Тут Господь приходит как ангел Завета. С неба. Окутанный в облаке. Затем я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком, над головой его была радуга, лицо его выглядело как солнце. И второй стих: в руке своей он держал открытую книжку. Это очень важно. Книга была к этому времени уже открыта. В Откровении 5 книга была закрыта. Иоанн плакал, потому что не было никого достойного, кто бы открыл книгу, и чтобы открыть печати. Тут в Откровении 10 книга уже открыта. Он сошел с неба назад. После открытия печати, после откровения откровения книги, ибо откровение всех тайн, оно сейчас происходит. И я хочу, чтобы вы одну вещь запомнили. В Откровении 10 говорится о единственном числе тайне. Не во множественном числе, но в единственном числе. Я прочитаю вам в 7 стихе. Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божья. Не те многие тайны слова, это происходит сейчас. Теперь нам сейчас вещи и слово были открыты. От Бытия до Откровения 22. Многие, да, все тайны. Но к этому времени идет об одной тайне. Тайна Божия. И об этом проповедует брат Бранхам под темой «Христос есть тайна, открытая Божия». Аминь! Бог во Христе примирил с собой весь мир. И тоже в это нужно замечать. Если кто-то скажет: «О, тут идет речь о многих тайнах». Нет. Одна тайна. И не только одна тайна, но особенная тайна. Тайна Христа. Тайна Бога. Тайна Бога. Так написано тут. И так мы верим. Я хочу вам кое-что показать из Святого Писания. Мы уже говорили, и сейчас мы подойдем к концу. В Откровении, глава 5, 5 главе, книга была еще закрыта, запечатана, но потом было сказано: вот лев из колена Иуды победил, чтобы открыть книгу и печати. И потом мы читаем о печатях в главе 6. И это кончается с 6 печатью. И потом приходит глава 7. Первые 6 печати были открыты, и 7 не была не притронута. 6 печать кончается в 6 главе, последнем стихе. И потом идет промежуток. Видение о всем полчище, о всей толпе, о всех народах, из народов и наций. А потом идет о 144 тысячи
евреев из 12 колен. И потом идет седьмая печать. И я не понимаю, почему только всегда один стих читается. Если я другие печати читаю, то я не просто читаю один стих, то я читаю все, что принадлежит печатям, пока мисс другая печать не начнется. И поэтому нам нужно тут дальше читать. В Откровении 8, с 1 стиха написано: «И когда Агнец вскрыл седьмую печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса. И увидел я семь ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были семь труб. Затем пришел другой ангел и подошел к жертвеннику с золотой кадильницей в руке. И дано ему было много курительного состава, чтобы он пришел его за молитвы всех святых». Если мы тут дальше прочитаем, то мы поймем, что есть седьмая печать. Тут показывается семь ангелов, которые протрубят в семь труб. И я вам могу из Библии показать то, что первый может протрубить только тогда, когда будут 144 тысячи запечатаны. Не до этого. Я вам прочитаю. Из Откровения 7. Откровение 7. Тут в третьем стихе нам говорится: «Не причиняйте никакой беды ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечатаем слуг Бога нашего печатью на челе их». Я вам покажу, что в первой трубе происходит. Откровение 8, 7 стих. «И первый ангел протрубил в трубу, и произошел град и огонь, смешанный с кровью, и были брошены на землю. Тогда сгорела третья часть земли, а также сгорела третья часть деревьев и вся зеленая трава». Что мы до этого читали? Ангелы, которые должны были принести на землю суды, должны были ждать. До какого времени? До какого времени? Докуда? «Не причиняйте никакой беды на земле, пока мы наших слуг, наших рабов не запечатаем печатью Божией». Итак, суды могут упасть только тогда, когда 144 тысячи уже запечатаны. Итак, после того, когда служение закончится двух пророков, ибо при служении двух пророков 144 тысячи будут запечатаны, и тогда открывается им Господь на горе Сионе. Откровение 14 глава, 1 стих. «И увидел я видение, и видел, как Агнец стоит на горе Сионе, а с ним 144 тысячи». В главе 7 нам говорится,
то, что они будут запечатаны. Из каждого колена по 12 тысяч. В главе 14 они нам показываются в полноте. И там открывается Господь, как агнец. Агнец всегда говорит о том, что происходит искупление. Царь имеет значение правительства. А лев всегда, он как глава посреди зверей. Всегда эти символы имеют значение. Итак, подходим мы, возвратимся назад к Откровению 10. И мы должны кое-что заметить. До того, как мы 10 главу Откровения, 7 стих должны понять, нам нужно обратиться назад коротко к 8 главе и к 9 главе Откровения. В Откровении 8, с 7 до 13 стиха, нам показываются первые четыре ангела, которые трубят в трубы. В главе 9 показывается пятая и шестая труба в их действии. А седьмая не приходит. Почему нет? Как до этого седьмая печать не следовала после шестой, но Бог имел промежуток, как в главе 7 написано, в 7 стихе Откровения 10, также с трубами судными. Первые шесть показаны, а потом у нас глава 10. Седьмая не следует. Где она? Где седьмая труба? Седьмая печать находится в главе 8. Но седьмая труба находится в Откровении 11. С 15 стиха. Теперь седьмой ангел протрубил в трубу. Тогда раздались на небе громкие голоса, восклицающие: «Царское владычество над миром перешло к нашему Господу и помазаннику Его». Место на Откровении 10 есть пророческое слово. И потому что это пророческое слово, то это имеет двойное значение, исполнение. С одной стороны, то, что во время седьмого ангела, когда он провозгласит, в последнем отрезке церковного времени, в Лаодийском периоде, в котором мы сейчас живем, весь спасительный план открывается. От бытия до откровения. Это произошло через служение брата Бранхама. И я бы не имел бы сегодня служения, если бы брат Бранхам не имел бы служения от Бога, поручения от Бога. Я знаю то, что Бог его послал. Если бы я никогда бы его не слышал, я не знаю, где бы я сегодня был бы. Я благодарен Богу за служение церковного периода седьмого ангела, которого Бог использовал. Это было пророческое апостольское служение. Мы были возвращены в истину назад к Богу.
Мы распознали Слово Божие. Мы получили откровение Иисуса Христа. И все тайны были открыты. От грехопадения до искупления и завершения. Ну давайте возвратимся назад к этому слову. Тут в Откровении 10, в соединении с тем, что Господь как ангел Завета придет, Он ставит свои ноги на сушу и на море. Он есть собственник, властитель. Ему принадлежит это. Через Него и к Нему, для Него все было сотворено. К этому времени Он приходит как властитель, как собственник, как Бог сказал Иисусу Навину, «Куда ты поставишь свои стопы, это принадлежит тебе. Это я вам даровал». Как первоначальный властитель придет Господь к этому времени без посещения ангелов, сопровождения ангелов, без невесты, только один он сойдет. И брат Бранхам хорошо это сформулировал. Он сказал, когда невеста будет находиться на брачном пире, то Господь сойдет вниз и откроется своим братьям. Один. Как Иосиф был один и открылся своим братьям. И потом они узрят его. Узрят того, кого они пронзили. И будут горько плакать. И он провозгласит. Это произошло все так, как было от Бога предназначено. Не забудьтесь. Все будет хорошо. К этому времени, когда он откроется на горе Сион на 144 тысячи, мы увидим две вещи. Мы увидим его как агнца, потому что спасение приходит только от него. Но потом он прорычит, как лев, чтобы весь мир испугался. И к этому времени он скажет, когда семь громов протрубят, четвертый стих. «Когда же семь громов прозвучали, то я хотел был записать, но услышал голос, сказавший мне с небес, «Запечатай, что сказали семь громов, и не записывай этого». Это очень важно. И я вам скажу, почему это важно. Из Откровения 1 я скажу вам это. Не я вам скажу это. Господь вам скажет из Своего Слова. Откровение, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и сохраняющий то, что написано в нем, ибо время близко». Вы все внимательно слушали? Мы должны сохранить то, что тут написано. Если же что-то не написано, то Бог это для себя оставил. Мы можем только проповедовать то, что написано. Есть уже больше 20 изложений и толкований о семи громах. И каждый громит, и каждый громит тут, и там. Можете все забыть.
что 7 граммов говорили, не записано, не стоит в Библии. Никогда нельзя проповедовать и не будет проповедовать. Произойдет так, как Бог это предназначил. В невесте мы ждем великое последнее действие пробуждения Божия, как Вильям Бранхаму было показано. То, что великие чудеса произойдут, что люди даже получат их нехватающие члены. И то, что даже не надо будет за это молиться. Но то, что мы так будем напрямую связаны с Богом, то, что мы просто проговорим, что должно произойти, и оно произойдет. Слепому мы скажем «прозри», хромому мы скажем «ходи». Брат Бранхам так видел это. И он сказал, присутствие Божие было так мощно, то, что те, которые это переживут в ихней плоти, когда другие их спросят, что же произошло с вами, то они даже не найдут слов об этом говорить, потому что они так будут впечатлены в том, что произошло. Богу не надо все нам говорить, но Он все произведет. Он завершит свое дело. Исаия 28. Он превознесется. Он завершит свое дело. Не пророк, не апостол. Он сам завершит свое дело. И мы будем иметь в этом участие. Итак, мы должны сохранить только то, читать и проповедовать, что написано в Библии. Все, что не написано, не для меня. Вы можете меня удержать, я не буду себя удерживать. Я вообще даже не слушаю. Я не хочу даже слушать. Я хочу только слышать то, что Бог сказал. И то, что написано. Все другое меня не интересует. Поняли мы это все хорошо? Мы должны находиться в Слове. Я знаю, брат Бранхам некоторые вещи говорил. И он говорил, я надеюсь, что это так. Но это не было так, говорит Господь. Но то, что тут написано, это есть так, говорит Господь. Этого не надо больше проверять. Он действительно некоторые изречения делал о 7 граммах. Я знаю эти изречения. Я их оставляю в покое. Но я возвращаюсь назад к Слову. И я вам покажу сейчас к концу. Из Старого и Нового Завета. Когда это произойдет? В Откровении 10 мы читаем. После того, когда ангел Завета поставит свои стопы на сушу и море, и 7 граммов прозвучат, протрубят. С 5 стиха. Тогда ангел, которого я видел, стоящего на море и на суше, поднял свою правую руку к небу и клялся тем, кто живет во веки вечные. Кто... Запомните это место. И поклялся тем, кто живет во веки вечные. Теперь мы прочитаем из Даниила 12 главе. И найдем то, что Даниилу было показано. То, что Иоанн позже видел. Даниил, 12 глава, 6 стиха. «И один сказал одетому в льняную одежду мужу, который стоял над потоками реки,
Как долго еще, пока не настанет конец этим чудным вещам? Вопрос был в том, сколько это будет длиться. И потом в 7 стихе мы прочитаем. Тогда я услышал голос, одетого в льняную одежду, мужа, который стоял над потоками реки. Он поднял свою правую и свою левую руку к небу и клялся вечно живущим. Точно так же, как в Откровении, только с одной разницей. Даниил видел две поднятые руки. Иоанн видел только одну поднятую руку, потому что в другой руке находилась открытая книга. Ко времени Даниила книга была закрыта. Но к тому времени, когда Иоанн это видел, он видел после откровения печати, что произойдет. И потом нам даруется ответ. Вопрос гласит, сколько это будет длиться, как долго. Еще одно время, два времени и полувремени. Как раз 3,5 года. Одно времени, два времени и полувремени. С того времени, когда ангел Завета спустится, и 144 тысячи уже запечатаны, и он прогласит как лев, прорычит как лев, то еще одно время, два времени и полувремени. Я прочитаю из Старого Завета 3 места, которые свидетельствуют о этой взаимосвязи, где Господь прорычит как лев. Из пророка Иоиля у нас 4 главы, я не знаю, сколько у вас глав. Из пророка Иоиля 4 глава. Тут мы прочитаем с 15 стиха. Иоиль 4, 15. Солнце и луна темнеют, и звезды теряют блеск свой. Иоиль 3:15. Господь рыкает Сиона и гласит голосом своим из Иерусалима. Господь гласит Сиона. Не как агонец, но как лев. Так как лев. Он рычит, гласит из Сиона. Амос, 1 глава, 2 стих. Амос 1:2. Когда Господь рыкает Сиона и гласит голосом своим из Иерусалима, так тут написано. Когда это произойдет? В соединении с народом израильским. В Откровении 5 Иоанн видел 2 вещи. Агнец, как бы будто принесенный в жертву, и лев из колена Иуды.
лев из колена Иуды, соединение с Израилем. Так оно написано. Лев из колена Иуды. Из поколения Давида. И к этому времени он провозгласит, в Откровении 10 написано, что и времени больше не будет. У пророка Даниила написано, и будет одно времени, два времени и полувремени. И говорит нам даже, когда это произойдет. Я вам прочитаю. Даниил 12, последняя часть из 7 стиха. И как только власть уничтожителя святого народа придет к своему концу, тогда все это исполнится. Мы благодарны Богу Господу, который все так прекрасно распределил для церкви, для Израиля. Он сказал, что произойдет в последние времена. Нация против нации, народы против народов, военные слухи, голод, драгоценные времена, землетрясения и катастрофы. На одном конце земли происходит то, на другом конце земли происходит то. Ураганы, землетрясения, наводнения, военные войны, драгоценные времена. Все это происходит. Ну что наш Господь сказал? В Иоанна Матфея 24:8. Это начало бед. Не конец, но начало. Но когда родовые схватки начинаются, то приходят скоро роды. Родовые схватки уже давно начались. И рождение придет. И если мы посмотрим сейчас мир, все границы открываются, чтобы слово нашло свое исполнение. Матфея 24, где Иисус, наш Господь, сказал, «Это Евангелие о Царстве Божьем будет проповедано во свидетельство всем народам, и потом придет конец». Поэтому Бог открыл все двери, открыл границы. Сегодня у нас есть возможность достичь по радио, по телевидению все народы. И по Слову Божьему мы достигнем весь мир. Мы только должны быть уверены, что проповедуется, есть истинное Евангелие Иисуса Христа. Учение апостолов. То, что было в начале возвещено. То, что сейчас в конце и проповедуется. Иисус Христос будет иметь церковь-невесту, восстановленную в том же состоянии, как она была в самом начале. В том же учении, та же самая сила, в единстве Духа, общение истинных верующих, общение с Богом и общение посреди друг друга. Конец будет, как и начало. Ибо Иисус Христос есть Альфа и Омега, первый и последний. Как Он был в начале, что Он в начале делал, то Он и есть в конце, и то Он производит в конце. Тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Мы посвятили Ему свою жизнь.
наши мысли, наши собственные пути, наше учение. Все мы возложили на жертвенник Божий. Мы хотим найтись в соответствии с Богом. Идти, пройти путь до конца. И кто идет с Богом, тот идет в соответствии со Словом Божьим. Давайте находиться в Слове, ибо мы знаем, в кого мы веруем. И тот, который начал, как наш брат сказал, он и завершит в день его славного возвращения. День спасения заканчивается. И страшный день Господня наступает. И перед страшным последним днем Господа Бог послал пророка Илию, чтобы вернуть наши сердца к апостольским отцам. Назад к началу. Назад к Слову Божьему. Назад к учению апостолов. Никаких специальных вещей, но ясное и открытое Слово Божие. Бог подтвердит во всех нас Свое Слово. И мы тоже перейдем от веры к видению. Мы есть носители обетования Божьего. Мы есть, как брат Бранхам сказал, царское семя. Мы не смотрим на нашу плоть, не на наше состояние. Мы взираем на Господа, который даровал обетования, и мы их несем в нашем сердце. И мы уверены, то, что Он исполнится, когда придет время для этого. Пусть жить всемогущий Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Моисея и всех пророков, наш Бог, пусть жить Он вознесет свое лицо над нами, узрит своим лицом над нами. И пускай Он всем нам дарует свой мир и благословение. Я благодарен братьев за приглашение. Благодарен брату, то, что он дал нам возможность говорить к вам. Пусть Бог тебя и вас всех благословит. Этот дом, дом и все дома, эту семью и все семьи. Пусть жить Господь будет с вами, дарует вам мудрость и направление. Любите Его и Его Слово. И давайте иметь общение с Ним и с друг другом. Вспоминайте меня в своих молитвах. Я стою в духовной битве на передовой линии. И я вам скажу истину. Я действительно ничего не имею против брата, потому что мне никто ничего не сделал. Я не знаю, что бы мне можно иметь бы что-то против кого-то. Но я не могу соответствовать со всеми разными учениями. Я не могу один раз так и один раз так идти. Я могу только в одно направление идти. Это есть путь жизни. Я не против братьев. Я против всех лжеучений, которые производят разделение посреди тела. Одни следуют этому брату, потом другой приходит с другим учением, и потом они ему следуют, и они не следуют Иисусу Христу. Он есть Слово. И кто ему следует, тот следует Слову. Но не брату. Он остается в церкви, в общине и следует
Иисусу Христу. Аминь. Давайте встанем к молитве. Я хочу коротко спросить, может быть, есть молитвенные нужды в нашей среде, чтобы мы могли принести их Господу, ибо Он присутствующий, Он с нами говорил, Он хочет подтвердить Свое Слово, Он хочет спасти, исцелить, освободить, Он хочет благословить, Он хочет исполнить обетование. Он хочет все исполнить то, что Он сказал. Давайте жить наклоним наши головы, закроем наши глаза, но откроем наши сердца. И если какие-то есть особенные молитвенные нужды, то поднимите коротко ваши руки. Если кто-нибудь... Бог да благословит тебя, благословит тебя, благословит тебя. Бог да благословит тебя. Бог благословит. Бог благословит. Везде, везде. Бог да благословит. Теперь мы все хотим поднять наши руки и наши голоса вознести Господу. Небесный Отец, от сердца благодарны мы Тебе за этот день, за Твое святое Слово, за Твое святое присутствие. Мы благодарны Тебе, то, что Ты находишься в Твоем Слове, и то, что мы можем находиться в Твоем Слове. Ибо мы из семени Слова были заново рождены, через зачатый от Духа Святого. Мы есть сыны и дочери Божьи, заново рождены к вечной надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Возлюбленный Господь, Ты присутствующий, я благодарен Тебе, то, что Ты сейчас подтверждаешь Твое Слово и слышишь наши молитвы. И отвечаешь на все молитвы. Даруй каждому брату и каждой сестре о том, в чем они молились. Пусть им это станет ихней частью. Дай им уверенность, то, что ихни молитвы были услышаны. И то, что они получили то, о чем они молились. Тебе, всемогущему Богу, мы говорим благодарность за все, за спасение наших душ, за пролитую кровь на Голгофе, за искупление, за спасение, за Твое Слово и тоже за Твоих пророков, которых Ты послал в наше время. Мы благодарны Тебе за послание, которое предшествует Твоему пришествию. Мы благодарны Тебе за открытое Слово, за Твою открытую волю. Мы благодарны Тебе, Господь, то, что Твое пришествие очень близко, ибо сейчас входит в мое сердце. Так, как написано в 1 Фессалоникийцам 5. Когда они скажут «Мир и безопасность», тогда придет погуба на них. Не тогда, когда они скажут «Войны и военные слухи». Сейчас время, где все хотят иметь мир, все хотят уверенность. Возлюбленный Господь, Ты открыл наши глаза, наши сердца также Ты открыл. Святое помазание находится на нас. Открытое Слово стало нам открытым через Святого Духа,
Мы благодарны Тебе за это. Мы распознаем то время, в котором мы живем, и то же знамение времен, и последнее послание для этого времени. Мы благодарны Тебе за это. Будь, пожалуйста, с нами со всеми. По милости. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Благодарность всем, кто пришли. И благодарность нашему возлюбленному брату Кубку за перевод. Да, вы все хорошо поняли.